вперед! Доброе сердце и прекрасный голос редко соединяются в одном человеке. У тебя дар, Реми, тронуть сердца тех, кто тебя слушает. Его жизнь со мной сурова. В хижину, быстро! Но она закаляет его характер. Поведите ее. Реми! Мама! Путь, ведущий в этот мир, труден, но я вижу в мальчике величие души. И верю, что однажды он сможет войти в этот мир как хозяин. Приключения Реми. Себастьян! Себастьян! В спальне им делать нечего. Не знаю, как они здесь оказались. А третий где? Себастьян, ты здесь? В школу опоздаешь? Где дом Сезара? Знаешь? Я могу показать дорогу. Вы видели, какой у Жозефа взгляд? В его глазах пустота и смерть. Я целых 4 года ищу свою собаку. Докажете, что она ваша? Она меня признала. Собаки всегда с теми, кого они любят. Что там насчет щенков? Белль! Моя вина. Я слишком стар. Это я слишком маленький. Мы не сдадимся. Надо их забрать. Прячемся в малине. Никто не будет искать нас там. Давай, Белль, мы должны! Собака пропала, клянусь, я сброшу тебя в пропасть. Я обещал защищать их. Радуйся, что щенки рядом. Кто это? Не помню такого, а у меня память на лица. Ура, еда! Еда! Здравствуй, еда! Эй, куда ты? Эй, с едой, урони! Ну, урони! Тогда они будут ужинать на полу. Да, прямо здесь, на полу. Вроде как по-восточному. Я знаю, что сделаю. Посмотрю на него. Прости, приятель, собакам нельзя. Мясо летает. Ой-ой-ой, ой, как горячо, ой. Интересно, можно ли накормить этого пса досыта? Фу, зеленое, терпеть не могу. И кто ест эту дрянь? Вот оно. Вот с тобой мы разберемся. Тихо, старина, не завидуй, я первый учуял. Свернутая газета говорит тебе что-нибудь? Нет. А что? Хватит, не буду. Только понюхать хотел. Проверить, чтобы люди не отравились. Смотри, я с тебя глаз не спущу. Ну, я пока пойду, пообщаюсь. Здравствуйте, будем знакомы. Какие красивые туфли. До свидания. Привет, дружище. Красивый галстук. Как дела? Дай чуть-чуть, а? Хочешь, научу, как зарыть кусочек? Хорошая мысль, да? А это что? Ой, гадость. Бетховен. Нет! Пока, дорогой. Ой, ой, извини. Иди ко мне, дорогая. С кем ты разговариваешь? Держи. Собаки-пираты Йоко стали новогодней сенсацией во всем мире. Пес-пират преодолел 1000 километров, добрался из Самары в Лондон ради своей любви. Теперь возлюбленные живут тихой, спокойной жизнью. Вся семья собирается в Питере на день рождения к тете Оле. Не грустите, мы скоро вернемся. И ведите себя хорошо.
что-то случилось, я должна вернуться. Ничего с твоими собаками не случится. Главное не поворачиваться к ним спину. Постой! Все, накрылся дом банкирши? Да ничего не накрылось. В доме только собаки, правильно? Можно поймать их и все. А что, псины, денег у ваших хозяев много? Настенька, ты где? Со мной все хорошо, скоро буду в Самаре. Почему в Самаре? Уехали отсюда. Какая-то невезуха с этими собаками. Это не собаки, это оборотни. Ты что делаешь? Обрез. Леша, мы по-мокрому не работаем. Сейчас не 90-е. Брось. Скажу, мистер Бикинс, я пару месяцев назад утром проснулся и осознал, что мне кажется, тут лежала сосиска. Ты ее съел, дорогой? Да? Нет, нет, нет и нет. Куда? Куда? Надеюсь, эти тупоголовые найдут свою мать. Давай, не дай. Осторожнее. О, Регина! Уважаемый Игорь Петрович, меня зовут Коля. Я нашел вашу собаку, Пальму, которую вы оставили в аэропорту. Пальма очень скучает по вам. Она каждый день ходит в взлетной полосе встречать самолет, на котором вы улетели. Ни за что не перестанет вас ждать, потому что вы для нее лучший друг. А друзей не бросают.
возвращайтесь скорее за пальмой. Дай угадаю. Ты прямо как и все остальные во вселенной, так? Верно. Что ж, у меня нет поводка. Сожалений. Со мной каждый день станет приключением. Depuis longtemps, je t'attends.